Но ведь машину времени еще не изобрели. Опять Элвин заказал какую-то фигню из Китая. Я посмотрел на календарь. На календаре было 4 октября 1995 года. В глазах опять потемнело. Я очнулся в тюрьме. Только этого не хватало. Макс? Эй, Макс, это ты что ли? Господи, Лёва, Лёва, ты наконец-то меня нашел. Офигеть. Макс, это реально ты? Как ты сюда попал? Рассказывай. Чувак, давай. Это очень долгая история. И очень долгая история, как я попал в тюрьму, как мы вообще оказались в 95-м году. Это просто жесть. Но сейчас не об этом, нам нужно выбираться из этой дыры. У тебя дверь открыта там или нет? Скажи мне. Да, открыто, я только что пришел. Так, иди сюда и приходи ко мне в комнату, пока надзиратели всякие не видят. А то, видимо, давай, они давай, тебе давай, еще давай, не успели закрыть дверь. Ой, там мент, я вижу мента. Да, так, ладно, быстренько. Так, опа, открываем. Так, заходи, дверь. Смотри, я сейчас возьму еды, потому что мы сейчас будем совершать побег из тюрьмы, скорее всего. И я нашел нычку. Нычку, ты понял? Видимо, кто-то до меня ее оставил. 95-й год. Так, быстро сходи к себе в комнату, возьми еды на всякий случай, мало ли. Подожди, а у меня там еда есть какая-то? Да, всем кладут сразу еду там и эти фонарики. О, замечательно. Да, бери и беги сюда быстрее. Какой-то супчик. Иду. Так, смотри. Так. Так. Да, я тебя подсажу, давай. Здесь нужно. Оба! Давай, проходи. Залазь. Оп! Вау! Смотри. Офигеть! Ты давно нашел эту нычку? Да, я давно нашел ее где-то дней 5 назад. Ну, я не знаю, что с ней делать. Здесь в сундуке какая-то кирка лежит. Ну, типа, зачем она нужна? Так смотри, Макс, слышишь? Чего? Она на эффективность 5, представляешь? Смотри, что ага, делать. Давай отсюда валить. Нам пора отсюда валить. А, можно же выкопать было, блин, да, давай. Ой. Блин, тут обсидиан, слышишь? Ага. Блин, и что нам делать? Мы не выйдем отсюда. Здесь какой-то, знаешь, ультразащищенный, мне кажется, обсидиан, потому что это же тюрьма как-никак. Блин. Да, слушай, 95-й год, но тюрьмы стоят вообще... А ну дай-ка кирку. Ну-ка, попробуй. Ага, так. Так, сколько там обсидиан ломается по времени? Мне кажется, час его надо долбить. Блин, ну и тем более кирка на эффективность 5, она уже давно сломалась. Ладно, пофиг на эту фигню. Слушай, ну пойдем посмотрим, что у нас здесь вообще есть возможность сбежать отсюда, потому что нам нужно это делать как можно скорее. Нам нужно в 2018 год, ты понимаешь? Да. Даже ребята, если прямо сейчас поставят лайки, они вот, ну, я не знаю, давай попробуем. Может быть, они поставят лайки, нам это поможет. Мы найдем выход из этой ситуации, ребят, вот. Вся надежда на вас, мне кажется. Кстати, знаешь что? Ты понимаешь, даже когда мы вернемся в 2018 год, наши родственники и так далее не заметят пропажи, потому что мы вернемся в тот же день, с которого пропали. Блин, и значит подписчики тоже не заметят, что ли? Да заметят, это же подписчики. Ладно, пошли. Смотри, в нашей тюрьме есть лифт, инновационный лифт. Вот. Да, я видел уже. Ну-ка, давай залезаем. Оп. Так, подожди, залезай, я тоже залезу. Да, на первый этаж, да? На первый этаж, замечательно. Только там в лифте ошибка, там написано первый этаж, но это не важно. Так. А у меня этаж написано. Сейчас я познакомлю тебя с барыгой, но его нужно найти, он ныкается везде, понял? А не это, не он? Его не Гошан зовут? А, вот он, да, Гошан, это он. Смотри, давай, у него здесь тут всякие шмотки. Слушай. Блин. У него можно купить какой-то рычаг, у него можно купить оружие даже, смотри, хоть и деревянное, все равно. И даже какой-то тут автомат. Но, да, блин, у нас же все равно нет денег, у нас только факела и вот все. Чувак, я тебе предлагаю мента сейчас грабануть, потому что сейчас они такие, знаешь, сонные, сейчас ночь же. Но сначала давай выйдем на улицу, как ты думаешь? Давай. Стой, у тебя же, металлодетекторы сработают, блин, понял? Блин, да, действительно, я еще, блин, ее в руке держу, как дебил. Меня бы сейчас вообще приняли, да? Ага, да, блин, так. Да, действительно, металлодетектор, он, да, опасно. Так, давай с ментом поговорим и... Так, стой, подожди. Давай, знаешь, с ним поговорим и завалим его, у него по-любому бабки есть. Давай. Ну, слушай, ну если не бабки, ну хотя бы пистолет точно найдем, да? Все, погнали. Так, раз, два, три, давай, вали. Нет, нужно поговорить с ним было сначала.
А, господи, дурак. Ладно. Блин, смотри, кровь, блин, надо... А, что делать? Блин, слушай, нам надо все валить. Ну-ка, так, подожди, стой. Ты деньги подобрал хоть чуть-чуть? Да, у меня есть. Все, погнали, погнали. Понятно, так, барыга, с кем-то уже. Давай, а ну быстро. Свалил отсюда. Сейчас, подожди, он с кем-то уже тут. Они болтают. Так, я покупаю рычаг, да? Я покупаю рычаг. Да, я покупаю всякие кирки, понял, и всякую фигню эту. Да, меч обязательно купи, а то, блин, это. Нас могут сейчас принять за это действие, ты понимаешь, что это еще одна статья. Так, 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 давай в камеру в какую-нибудь по-быстрому забежим. Так. Хорошо, давай, что давай. Вот на ночной смене открыто. Всего 1-2 полицейских стоят. Так, этого надо будет потом вальнуть, а то он слишком много видел. Так, бери. О, спасибо. Так, так, спасибо, спасибо. Рычаг, так, рычаг. Оп, оп. А куда выходим, рычаг-то мы будем сюда ставить? Не знаю, не знаю. Сейчас, сейчас разберемся. Выходи. Так. Рычаг, рычаг. Здесь есть тайная комната, в которую... Так, не-не-не, сюда не надо, сигнализация сработает, вообще жопа будет. Блин, да, точно. А что за тайная комната? Вот эта тайная комната, там хранят трупы. Не знаю, никто из заключенных там еще не был. Но что можно серьезно? Попробовать этой отмычкой вскрыть эту дверь. Так, этим рычажком. Так, смотри, это... На шухере будет, да, ладно? Да-да-да, я на шухере стою, так, никто так, не палит. Так, я обставлю. Давай-давай. Давай, всё, заходим, заходим. Залезай, залезай. Ой, блин. Ой-ой. Эй, ты чё? Ты блин. На скелета, блин, стал. Фу, блин. Так, откуда? Здесь какой-то паркур, походу. Так. Это испытание, слышишь? Это испытание, да, на силу и ловкость. Оп. На силу и вообще. Мне кажется, блин. Эти скелеты, которые вот здесь лежат, ну, это один скелет, да? Это тот, кто пытался уже сбежать, но у него не получилось, кстати, понимаешь? Мы не продумали один факт. А что, если сейчас кто-нибудь закроет с той стороны рычаг и заберет его? И подожди. Мы не сможем выбраться и умрем здесь. Меня больше пугает, что если кто-то из нас сейчас упадет, он вот станет точно таким же скелетом. Это так, тоже верно. Аккуратно, у тебя там кровяк. Блин, я ногу поломал, кажется. Так, ну ладно, ничего страшного. Здесь это, на всю ночь, мне кажется, застрянем сейчас. Так, да, все нормально. Аккуратно. Так, давай знаешь, как сделаем? Может, рычаг, блин, попробует забрать, ладно. Ничего страшного, пусть висит. Я надеюсь, никто нас не закроет. О, господи, меня ноги уже не держат. Я, кажется, вывихнул одну ногу. Я раз за разом падаю и падаю, падаю и падаю. Мне уже это надоело, слышишь? Слышь, я почти прошел, я на самом конце. Упал. Ну, не до конца, но я был на самом конце. Слушай, так. У тебя нету блоков каких-то? Может быть, поможем друг другу блоками какими-нибудь? У меня блин, один блок тут. А барыга там блоки не продавал? Я прошел, прошел. Да, подожди, подожди, подожди меня. Макс, слушай, я уже совсем близко к тебе подошел, надо что-то давай, давай, поставить давай. Блок здесь, что ли? Давай, давай. Ну-ка, давай. Ну-ка, ну-ка. А ну? Что мне сделать? Вот так вот, что ли? Опа! О! Опа. Еще разочек сюда. Давай осторожно. Раз, два, три. Фух. Осторожно. Блин, как опасно. Все, Макс, да. Макс, мы прошли, выходим от... Не упади. О, ура! Да, мне кажется, мы сбежали из тюрьмы. Чё? Чувак, здесь какая-то фигня. Подожди, кнопка. Она ничего не дает. Давай заберем ее с собой. Мне кажется, она нам ладно, понадобится. Блин, здесь тоже ничего не ломается, давай. Слышишь? Ничего не ломается. Блин, ладно. Блин, ладно. Придется. Короче, валим. Идти искать другой путь, да? Другой путь. Нога. Осторожно, спускайся. Ай. Господи. Там где-то паутина должна быть. Так, у нас есть кнопка. Где мы ее можем использовать? Как ты думаешь? Слушай, ну давай еще посмотрим. Кстати, уже утро, нужно быть аккуратно. На чеку милиционеры. Ой-ой-ой, они... я в руках, в руках не держи, главное. Да-да-да, быстрее, на второй этаж, погнали, посмотрим, что там есть. Так, ага. так, блин, второй этаж, почему тут глючит. Ты где? Эй. Фу, вот он. Наконец-то, я застрял. Слышь, в лифте, чё? Так, здесь чё? Есть камера для особо опасных, но... Офигеть, смотри, она даже решеткой закрыта. Да-да-да, а в чем суть, знаешь? Отсюда кто-то сбежал или кто-то умер. Я вообще не знаю, что происходит. Мы, в принципе... Почему ты так считаешь? Откуда ты знаешь? Да потому что ходят слухи уже по всей тюрьме. Вот я все это время, которое я нахожусь здесь, только об этом и говорят, что человек просто пропал. Офигеть, так значит, может быть, он сбежал, и мы сможем... Ну, возможно. О, ставь кнопку! Да, давай, проходим. Заходим. И нужно это сделать... максимально быстро, потому что ты слышишь эти сирены? Да, давай. Надо что-нибудь придумать. И что здесь? Подожди, нужно найти способ, может быть, как-то под кровать. Ну-ка, может, в туалете как-то?
Так, да, давай. Может быть, под туалет. Нет, не получится. Здесь. О, стульчик какой-то, смотри. Ну-ка, дай я тоже посижу. О! Опа! О, как. О! Макс, смотри! Чё? В картине дырка, подкоп, дырка? Прокоп. Это как в этом, как в той комнате по соседству со мной. Только тихо, аккуратнее. Ну, нам нужно ускоряться, но нельзя торопиться, иначе мы здесь вообще застрянем. Оп. Супер. Блин! Чувак, он, видимо, рыл всю жизнь и не дорыл. Да, и не... Блин, но нам уже некуда отступать. Ну-ка, давай ломай под... Ломай под собой, посмотрим. Нет, это не то, быстро. Ломаем под собой. Ой! Подожди, мы можем пробраться через этот... Чувак, он готовил подкоп и, видимо, не докопался. Так, главное, дальше рой, чтобы мы это... Макс, смотри! Свет, подожди, это небо, чувак! Мы добрались. Офигеть.